Дорогие друзья, перед просмотром этого нового видео я хочу сказать, что оно снято чуть раньше было, просто не было интернета залить, и пока я его пытался залить, я уже снял два новых влога, но второй уже сейчас монтирую и начинаю заливать видосы очень часто на этот канал. Но я раскрою вам немножко секрет, я не скажу, где я сейчас. Пока я вот выложил это видео, которое вы смотрите, я уже успел уехать за границу, сейчас снимаю для вас новые видосы. И, короче, мне оплатили поездку, пригласили в гости, потому что у меня нет денег, и разрушили мои трейлы. Я понял, что сидеть дома я не могу и не хочу, у меня нет настроения уже. Все в Украине ломается, все ломают, все разрушают, одна депрессия. Деньги закончились, и тут я воспользовался этой возможностью, поехал, но денег с собой нужно также взять, я ж не могу за чужой счет жить. И как раз друг один мне написал, что есть хороший способ, где можно поднять бабки как раз мне на поездку. И вот, ребятки, Фрэнк Казино. И я сейчас поднял немножко бабла, сейчас вам покажу. Реальные бабки поднял, и за эти деньги я буду жить за границей и снимать новые влоги для вас. Сейчас покрутим слотики, ребята. Ого! О, вау, что нам выпало? Нифига себе. 110 евро, нормально. Еще разок крутанем. Е-бой! Реально меня выручило, и сейчас будут деньги снимать нормальные влогики для вас. Наконец-то интересные влоги, как вы хотели с Вельчиком за границей. Что-то интересное, я не знаю, что это будет, но будет. Приятного просмотра. О, бля! Е, бойс и герлс! Фу, Валик! Фу, блин, а тебя с рота воняет? Отсюда вот я стою, у тебя в тупо вонь. Изо рта воняет. Вы не представляете, Валик какую-то падаль жрет вонючую. Это мясо. Как нам снимать видео, если я стою здесь, у тебя с рта воняет? Это гнилое мясо. Это гнилое мясо. Долго оно гниет? Где-то год. Лучше молчи. Все, воняет реально аж сюда. Сегодня я вас научу делать no foot. С английского языка это переводится «нет ног», снимать ноги с педалей. Для этого вам нужно сделать разминку. Это первое, что нужно, поверьте мне. Делайте разминочку. Если вы ее не сделаете, упадете или растянете мышцы какие-нибудь, вы не сможете делать ноу-фут, и потеряется весь смысл этого трюка, потому что вы не сможете кататься. Делайте разминку. Второе, одевайте шлем, даже если он у вас падает на глаза, как у меня. Для того, чтобы сделать ноу-фут на велике, вам нужно иметь велик, неважно какой фирмы. Забейте и не думайте о том, какой у Шани, какой у тебя велик. Если вы купите такой велик, как у меня, вы не будете кататься так, как я. И те прорайдеры, которых спонсируют определенные фирмы, бренды, они тулят вам свои запчасти. Это все отстой. На самом деле вы сможете кататься круче их, круче меня на любом велике, если у вас есть желание. Если у вас нет желания, тогда у вас ничего не получится. Это самое главное. Третье, вам нужно руки, ноги и тело. Если у вас есть руки и ноги, вы сможете сделать этот трюк. Если даже у вас нет руки и ноги, повторяю, это тоже можно сделать. Неважно, какой трюк. Главное, четвертое, это желание. Если у вас нет желания, у вас ничего не получится. Если у вас нет руки и ноги, вы тоже можете сделать сальтухи, тем более no foot. Ну, one foot, если у вас нет ноги уже определенно. У меня есть руки и ноги, у меня есть хороший велик, которому уже 6 лет, 4 трещины на раме и так дальше. Я не буду говорить фирму моего велика, это не важно. У вас есть Ашен, Ардис, Тиса, неважно какой велик. Главное желание. Люди рекламируют свои велики, потому что им платят за эти деньги. Я рекламирую только казино Вулкан, XBET и так дальше. Они платят мне деньги. Эггермани. Что там еще у нас, Валик, есть? Эггермани. Ранбокс. Все, абсолютно. Поэтому я велик не рекламирую. Мне за рекламу велика не платят. И это не важно. Не важно, какой велик. Главное желание. Начать можно с плоскости. Если вы боитесь делать с вылета, а мы определенно будем делать с вылета, потому что это круче. Есть много стритеров. Они делают ноу-фут на плоскости с баника, но они не могут даже вылететь. А когда вылетают и делают ноу-фут, у них получается что-то такое непонятное, они тупо падают. И много крутых бэмеров, которые там делают трипл барспины, какие-то 720, на плоскости они не могут сделать с вылета ноу-фут. Это очень простой трюк. Почему я вас научу ноу-фут? Да потому что
Но фут это тот трюк, который вы сможете сделать на 20-метровом трамплине. И он будет смотреться стильно. С ним вы сможете сделать нак-нак. В мотокроссе вы сможете сделать. Вы сможете сделать нофут канкан. Супермен. Это основа для всех крутых трюков. Хилл-кликер. Ой, локоть хрустнул. Блядь, крепко рука чувствовать. Локти. Локоть зацепил, поэтому делайте разминку. Блин, почему же он так болит? В общем, нофут это основа для крутых трюков. Если вы, например, научитесь барспин, вы сможете его делать только в стриту или на диорче, это не круто. Потому что круто катать фрирайд, мотокросс, мотофристайл, там, где двухкоронная вилка большая, где руль не крутится, и там нужно уметь нофут и трюки с руками, с ногами, чтобы отрывали это все, делали крутейшие трюки. Поэтому я вас научу основе самых крутых трюков. Смотрите мое предыдущее видео, в конце будет видос, если вы боитесь просто вылетать с вылета. Перед тем, как делать с вылета, научу на плоскости. Что для этого нужно? Можете ехать вот так вот и снять ноги. Когда вы снимете ноги, вы же сидя не будете вылетать на вылете, поэтому стоя, едите стоя и подкидываете ноги вверх. Приземляетесь на педали уверенно. Когда у вас получится это движение, тогда подкидывайте ноги выше. Так вот можете. Дай попробуй, никогда не простой танк. Нужно скорости больше. Ну, ребята, я сегодня не этому учу. Короче, научитесь на плоскости отрывать ноги. В предыдущем ролике я учил вас делать банихоп. Если вы умеете банихоп, вы можете попробовать ноуфут с банихопа. Вам будет не страшно, и вы поймете суть. Вот так он, например. Сейчас покажу вам нормальный бани ноуфут. Вот так вот. Я еще спяриваюсь. Если вы будете делать банихоп неправильно и ноги неправильно снимать, вы можете содрать себе коленка или голенка, голень. Поэтому надевайте защиту на ноги обязательно, когда учитесь этот трюк. Если вы уверенно уже делаете нофут с банихопа или просто на плоскости, тогда переходите на вылет. На вылете очень просто делать. Главное, нужно научиться ровно лететь. Если вы будете криво вылетать на трамплине, у вас не получится снять ноги. Точнее, получится, но вы сделаете no children, а не no food. Давай начнем. А на хартеле ему больно сделать? Он это мягко, да? Дальше пробуй. Еще раз. Еще разок. Але так, постарайся аж подпрыгнуть над рулем. Давай, сейчас лечу. Сейчас тупо. Минус очко. У меня пробилась подвеска, и у меня жопа заживала, жопа в колесо сзади. Но все равно это мягче, чем на хартеле. Если у вас BMX или хартел, вас не спасет подвеска, и будет no children. No kids же правильно. Так что лучше, ребята, научитесь сначала вылетать, посмотрите мою обучалку, как правильно вылетать, и тогда только снимайте ноги. Нужно вылететь, держать вес по центру велика, сделать нофут, поставить ноги назад и поехать. А потом также через несколько лет только с бэкфлипом и фронтфлипом. Потому что есть люди, которые думают, о, сейчас сяду на велик, научусь все сразу. Нет, так не будет, вы разобьетесь, умрете и не сможете кататься. Так что лучше все делать постепенно. Главная ошибка у многих, что они делают трюки, те же, например, стритеры и бэмеры, бэмеры-стритеры наши, с нашего города, я замечаю, они в радиусе плохо прыгают, и они делают прямо на вылете. Как только вы вылетели, летите ровно, чувствуйте, что вы летите уверенно. Уверенно. Тогда делайте нофут. Вот я ровненько сделал. Если вы боитесь ноги раздвигать, потому что много девушек до 16 лет боятся ноги раздвигать, но вы не бойтесь. Но вы не бойтесь, вы же экстремалы. Просто берете, раздвигаете. Если боитесь, тогда
Для уверенности, так же, как на плоскости, поднимаете ноги вверх. Вот так вот. Потом выше. Можно выше руля поднять, вот так вот. И тогда уже начинаете раздвигать их в бок. Когда вы раздвинули полностью ноги, вы можете сделать дабл на фут. Или на фут канкан. С 200 скорость. Или на фут сит-грэб. Или если у вас есть много времени, амплитуда, которой у нас нет в пуле, вы сможете сделать такие трюки, как насинг. Три стар. Не, насинг что-то не пошел еще разок. Супермен. Бэкфлип Супермен. Потом бэкфлип канкан. Бэкфлип килкликер, все, что захотите. Если вы мужик, у вас есть яйца большие, как у меня, одевайте защиту, чтобы защитить свои яйца. Если вы маленький мальчик, у вас еще не выросли яйца, но они должны быть большими в будущем, потому что вы собираетесь катать фрирайд, жестко наваливать, поэтому уже тоже задумайтесь о защите яиц. Одевайте защиту на яйца, одевайте защиту на ноги, одевайте шлем, потому что если вы без шлема упадете, сломаете ногу, вы заживете, сможете делать на фут. А если вы упадете на голову в защите ног, то вы умрете, вас похоронят в защите ног. Зачем она тогда нужна? Голова – это самое главное, да? Одевайте шлем всегда. Много детей катают без шлема, это очень-очень плохо. Даже я, когда не хочу, я его одеваю постоянно. Запомните это правило. И не бойтесь делать ноу-фут, потому что это самый простой трюк. Я забыл сказать, кстати, те, кто боятся делать ноу-фут, вы можете сначала попробовать ван-фут. Но это некоторым людям сложнее. Мне, например, проще. Но когда вы делаете ван-фут, одну ногу снимаете, у вас вторая педаль прокручивается. Вот, посмотрите еще раз, валик вблизи сними. Вы снимаете эту ногу, и это прокручивается. И некоторые люди теряют равновесие, их валит на сторону или еще что-нибудь. Вы можете научиться ван-фут, если вам проще. Для меня это проще, а потом уже учиться ноу-фут. Надеюсь, вам понравилась обучалка такого типа. Если вам я что-то не объяснил, потому что я просто приехал по фристайлу и решил записать этот ролик, я не думал о том, что говорить. Если я чего-нибудь не сказал, пишите об этом в комментариях. Я в комментариях отвечу под каждым вашим комментарием в течение суток. Я вас очень люблю, до скорых встреч. Ребята, иди на. Чтобы... Ребята, сложно снимать пули, всякие обучалки, нужно уезжать за границу, что у нас дети матерятся. Короче, самое главное, что я забыл, это смотрите на педали своими глазами. Если вы не будете смотреть, куда вы приземляетесь, вы ничего не увидите и не поставите ноги. Это очень главная ошибка. Я долго не мог научиться бэкфлип на фут. Я делал бэкфлип, смотрел назад, куда приземляться сальто. Снимал ноги и так и приземлялся без них. Почему? Потому что я не смотрел на педали. Бендероне Кирилл, который он недавно попал в тяжелую ситуацию, и мы помогаем, собираем ему деньги на лечение, он меня научил смотреть на педали в бэкфлипе. Я делаю бэкфлип, смотрю на педали, ноги поставил, докрутил и уехал. Благодаря ему он мне подсказал. Это была моя ошибка. Так что обязательно смотрите на педаль. Также вы делаете треху, нужно смотреть туда, куда вы приземляетесь. А когда снимаете руки или ноги, смотрите, куда вы их снимаете. Чтобы вылетать и смотреть на педали, вам нужно уверенно лететь. Кто будет неуверенно лететь, смотреть перед собой, так вот. У вас ничего не получится. Нужно уверенно вылетать и тогда снимать ноги. Я уверенно прыгаю, я могу смотреть прямо в камеру. Ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если хотите больше обучалок от меня, одевайте шлем. Главное, чтобы шлем подходил вам по размеру. Делайте трюки. Йоу-йоу! Предупреждение кинет. На, блядь! Кио, привет! Вы знаете, сколько денег у меня? Как раз.
чим обіляє? Оу! Я хотел в конце ноу-фут сделать. Но очень сложный трюк, нужно тебе пересмотреть обучалку свою. Есть платный кадр. Идут. Ладно, короче. Ебай! Ебай! А?